Команда КВН завтра вечером. Село Чуная. Сегодня впервые ведется трансляция фестиваля, и мы не могли этим не воспользоваться. Если это видео окажется в правильных руках, то оно станет популярным. Хайпанем немножечко. Так, стоп! Ты что, опять никуда бы звал? Хватит, что вы тут устроили? Это фестиваль Планеты ФМ, ну надо веселить зрителей. У нас есть веселящий газ. Не так буквально же. Да ты что, как бабка-то? На какой лавочке тебя нашли? Ты вообще рыжий! Ну я же вам говорила, ну надо удивлять зрителей! Ну у нас есть номер! Какой? Смертельный! 666! Хватит страдать фигней! Знакомьтесь, это Даша, девочка, которая никогда не страдает фигней! А вы-то хоть представились? С вами команда КВН завтра вечером. И у нас на все один ответ. Когда мы сделаем уроки? Завтра вечером. Когда мы уберемся в комнате? Завтра вечером. Виноград, ты мне когда сотку отдашь? Ну что ты опять заладил? Так, а ну-ка перестали. Давайте, начинаем. И для начала давайте представим, если бы Лунтик родился в Чунояре. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ну нафиг, я обратно. Порой девушки заставляют делать парней, ну, невозможное. Максим, возьми мой пакет. Даша, ну куда? У меня уже и так все руки заняты. Ну ты же мужчина, придумай что-нибудь. Вот видишь, носишь, когда хочешь. Порой мы не задумываемся, как играем с игрушками. А теперь представьте, если бы игрушки умели разговаривать. А-а-а! Представляешь, мне лапу оторвали! И что пришьют? Ты что, бессмертный? Нет, пластмассовый. Да тебе не понять жизнь мягкой игрушки, ведь мы лучше! Да что ты знаешь о жизни, сынок? Да я пасть собаки изнутри видел! Я в песочнице ночевал. Смотри, что покажу. Это же пух! Этим ты хотел меня удивить? Да я в садике, я сильную группу прошел. Я ничего не боюсь. Мама, я играть, а где мой солдатик? Представьте, гопник, ну с очень богатым воображением. Ботан, ты куда забрел? Мобилу гони! Окей, окей. Чей ты куда полез? Давай без ствола! Представьте, если бы рыбы умели разговаривать. Буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Буль-буль. Да блин, мне кажется, не так люди на земле разговаривают. Согласен. Ну что, колпачели, вот мы и встретились. Сильвио, я смотрю, ты смог выбраться из KFC. Обидно. Что это было? Это Джонни, местный перекати-поле. Ну что, начнем? Раз, два, три. А где пуля? Не знаю, я заказывал ее на AliExpress. Давай посмотрим, где. Пуля вылетела из Китая. Давай немного подождем. Спустя месяц.
Сегодня мы открыли новую планету. Она маленькая, но очень талантливая. Планета ЭПМ. И в конце мы хотели бы попрощаться так, как это делают в Чунаяре. Ладно, давай, пацаны. С нами была команда КВН «Завтра вечером». Спасибо.